Похвастаться таким покрытием может не каждый спортивный объект, а вот площадка в обычном спальном районе на улице Абрикосовая может. Ровным резиновым бесшовным покрытием яркого цвета она обзавелась вчера. А сегодня здесь приступили к работе на соседней детской площадке. Выполнено покрытие из резиновой крошки. Резиновая крошка делается, это вторсырье, переработанные грузовые покрышки. То есть, так скажем, эко-резина, можно называть так. Вот здесь резиновую крошку смешивают с красителем. Далее валиками ее ровно распределяют по бетону. Резиновое покрытие укладывают рабочие из Санкт-Петербурга. На счету этого подрядчика несколько детских площадок в Сочи и по всему краю, а еще новый сквер фестивальный. Там они выполняли подобную работу. Очень много детей на этой площадке сегодня играет. Это близлежащие дома все. Поэтому это важно очень. Сегодня мы видим, какое покрытие замечательное, что очень главное. Это самое главное, детишки, если упадут, ничего с ними не случится. Резина приходит на смену бетону, на смену старым железным конструкциям, новые качели, горки и карусели. Сделано это в рамках депутатского наказа и силами районной администрации. В каждом из микрорайонов ведутся подобные работы, но не такого большого объема. Здесь площадки у нас большие, здесь по 1000 квадратов площадки. Такие, например, у нас в завокзальном микрорайоне ведутся, на Цветном бульваре у нас площадка установлена. Значит, были установлены воркауты, 3 воркаута у нас по центральному району. Было там микрорайон Макаренко, КСМ и Мамайка. На спортивной площадке осталось только нанести разметку. На детской все работы завершили сегодня вечером, а уже завтра здесь смогут играть дети. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.